Маршрутка столкнулась с КАМАЗом в Иркутской области. 4 человека погибли, 5 госпитализированы. Микроавтобус следовал в областной центр и врезался в лесовоз. Он стоял на обочине. По предварительной информации, КАМАЗ остановился из-за поломки. Авария произошла на автодороге Иркутск-Усть-Уда. Погибли водители, пассажиры маршрутки. На месте сейчас работает полиция, скорая помощь и МЧС.